Да, Иван Андреевич, я на самом деле знаю, что вы не москвич, к сожалению, а живете где-то за МКАДом в поселке, и наверняка у вас есть огород. Да, конечно. Я хочу вам подарить рассаду, и вы посадите, вот лопатка, так. А осенью мы будем есть ваши помидоры. Аллочка. Аллочка, простите, вы уверены, что из этого вырастут помидоры, Алла? Ну, почему же они цветут? Да, действительно.